Вот я прошу прощения, не перебиваю, я просто уж терпения не хватает, хочу показать. Значит, когда по лесу один из уродов уходил в тапочках и в трико, там ветка была у дерева, он зацепился ухом, повис на ней, на этой ветке, повредилось ухо у него, а веточку. Ну так уж бежал, не заметил. Вот этот вот уродец выглядит вот так, сейчас кадры допроса, давайте прям послушаем его. На весь экран хороший звук смотрим. Я рядом сижу. У тебя одно ухо осталось. Подожди, имя, фамилия, подробно. Раджаб Ализада. Как? Раджаб Ализада. Раджаб Ализада? Раджаб Ализада. Дата рождения полная. По-русски не знаю. И вот я хочу сказать, что, глядя на этих тварей, все-таки вот напрашивается мысль. У нас, я не уроженцы Таджикистана, это дружественная страна, все-таки как-то надо более ответственно подходить к воспитанию граждан там, на той территории. Сейчас, насколько известно, очень много граждан этой республики получили российское гражданство. Я думаю, что российское гражданство должно даваться за особые заслуги таким вот. Даже нашим братским республикам, вот с членом АДКБ и так далее, если ну, не АДКБ, таможенный союз, то там это как получить орден –